Начнем с первого знака зодиака Овен. Он относится к неудачникам месяца. И для представителей этого знака зодиака, вероятнее всего, станет периодом действительно испытаний. Особенно середина весны будет действительно отмечена сложными ситуациями по здоровью, простудами. Могут быть какие-то бессознательные желания. Также действительно некая такая потребность в теплых отношениях с любимыми, любовь. Нету мужчины, хочется мужчины, прям чуть ли не первого встречного, да, Венера идет по Овну, хочется ярких чувств. Но, к несчастью, именно в это время ветер перемен действительно отнесет близкие души на достаточно далекое расстояние. Да. Вот. Поэтому, по меньшей мере, первая декада месяца Овнов пройдет в томлении духа, в поисках любви и понимания. Но могут быть очень такие быстрые, сложные траты и растраты. Да. Поэтому остепенитесь в плане излишних трат. Дорогие друзья, не тратьтесь понапрасну. Позитив в области интимных и дружеских отношений в большей степени, наверное, я так думаю, придет во второй половине месяца. Про Овнов действительно вспомнят там некоторые подруги, либо мужчина. Вот, действительно, кто-то из вас освободиться от груза деловых и бытовых забот. И очень хорошо действительно можно будет устраиваться на работу. Все-таки Венера перейдет уже в Телец. И вы действительно можете подзаработать, а также возможность пылко ответить на любовь. Ну а кто действительно пережил сложные ситуации, какие-то неадекватные реакции, просто психологически разберется в себе, в окружающей обстановке, и действительно у многих Овнов откроется душа, там, откроется объятие, да. Действительно начнется полоса везения и период исполнения желаний, в том числе и финансовых, во второй половине месяца. Важно только не забывать, что все, что происходит и в интимной сфере в первой половине месяца, имеет основополагающее значение, по крайней мере, партнеры Овнов, в том числе деловые партнеры, склонны рассматривать это таковым образом, именно так, как им это кажется. Представителям вашего знака зодиака надо быть готовым к тому, что любимые захотят согласовать и переосмыслить случившиеся перемены в отношениях. Может действительно показаться, что вы все еще обижены, вот, и вам все еще не доверяют, но на самом деле, дорогие Овны, они искренне в своем стремлении вернуть былую теплоту и глубину чувств. В это время важно прощать друг друга, все колкости, а также какую-то допускаемую бестактность. Действительно, ваши отношения выходят словно на новый уровень. В плане бизнеса, там, деловых отношений, финансовых, ну, в апрель такой, я бы так сказал, на быстрый прогресс рассчитывать, дорогие Овны, вам не придется. Вот. Действительно, будет продолжаться некая такая тенденция сложного предыдущего периода. Вот. Те представители вашего знака зодиака, кто все-таки успел вписаться в самое начало нового года, могут и продолжать и дальше чувствовать себя благоприятно. Вот. Некая такая тенденция движения звезд будет продолжаться у вас. Но у кого все не очень так складывалось, и дальше будет не очень так все хорошо. Поэтому вам нужно будет продираться чуть ли не через какие-то тернии, да, в свои какие-то звезды финансовые. Надо будет казаться, что конца этому краю нету, этому бездорожью, и не предвидится успеха. Но на самом деле все имеет свой конец. И первые отблески в конце тоннеля Овны заметят в самой последней, в третьей декаде месяца. Деловые контакты, финансовые потоки вступят в полосу оживления. К последним числам месяца действительно уже можно будет говорить о благоприятных событиях, которые повернут ситуацию в нужное русло. Телец. Телец в апреле действительно представителем вашего знака зодиака будет решать тоже очень сложные проблемы. Жесткий аспект Плутона тоже будет влиять сложным ситуациям на вас. Можно сказать, что в целом, наверное, вы не будете относиться к неудачникам месяца. Целый ряд дел пройдет
так же под предыдущим периодом, как было у вас это ранее, это некая тенденция будет продолжаться, как и у Овнов, и у вас, Тельцы, также. Вот, ничего особого меняться не будет. Но, с другой стороны, справиться с ним окажется не просто в силу пониженного энергетического фона, который традиционно случается весной. Некий такой витаминоз на вас действительно больше всего может влиять. Так что, дорогие Тельцы, побольше всяких огурчиков, помидорчиков, апельсинок, мандаринок, яблочек, вот как можно больше салатиков. Однако вам можно надеяться на помощь окружающих, особенно в середине месяца, в середине апреля Тельцы действительно будут иметь некую такую чувственную удачу. Люди к вам будут не безразличны, окружающее пространство вас все же будет в это время любить. Ваше сочувствие и ход дел будут вызывать живой интерес и сочувствие иногда и непосредственное участие в середине месяца. Это, без сомнения, поднимет вашу самооценку, и представители вашего знака зодиака наверняка действительно будет некое такое улучшение физиогномики и чувствованной ситуации, и некое такое внутреннее освобождение наступит сразу после 17 апреля. С другой стороны, в самом начале апреля Тельцам придется чем-то жертвовать. Если действительно вы желаете сохранить любовь, вот, то такая политика, это, к слову, применение к понятию «любовь», окажется довольно-таки действенной. Да. Близкий человек оценит искреннее желание Тельцов оставаться вместе с ними дальше. Может быть, это произойдет не сразу, но в середине месяца уже можно будет вздохнуть спокойнее и переться на родное такое плечо. Вот. Те, кто отягощен порочными связями или же просто боится открыть самому себе свои истинные чувства, придется приготовиться к тому, что, вопреки желанию, в конце второй декады апреля тайное вырвется на свет. Вот тут-то действительно могут вас ловить. Одним махом действительно может стереться грань в тщательно выстраиваемых служебных или дружеских отношениях. В это время важно держать себя в руках, дабы не сокрушить нечто дорогое и ценное. Действительно, потрясения могут не ожидать даже такие пары, которые долго и нудно, извиняюсь, живут в браке. У них все действительно завершится установлением долгожданной гармонии и долгим периодом семейного благополучия в самом середине месяца. В отношении таких деловых сфер, финансов, работы, ваш гороскоп в апреле выглядит довольно-таки неоднозначно. Весьма-весьма действительно вы подвержены влиянию индивидуальных факторов каждого конкретного представителя знака зодиака, с кем вы будете общаться. Вполне вероятно, благоприятное течение дел, но не исключены негативные моменты. Вы будете словно как на волнах. Но вторая половина месяца довольно-таки благоприятна для вас, когда Венера перейдет в зодиакальный знак Тельца, и у вас действительно может прибавиться финансовая удача и деньги. Действительно, вероятно, предстоит подводить вам баланс сделанного именно в апреле, вот, что вы действительно сделали за первые три месяца этого 2021 года, и действительно строить планы на будущее, особенно когда произойдет вот это новолуние вблизи 12 апреля. После него действительно ваша финансовая среда упрочится, и действительно экономика улучшится. Вот, по крайней мере, устройство на работу, всякие контракты, деятельность и финансовый успех все-таки действительно к концу месяца обретут некую большую, важную для вас составляющую. Близнецы. Ну, вот такой для вас будет месяц не горячо, не холодно, такой нейтральный. У представителей этого знака зодиака он словно промелькнет, все-таки Марс будет идти по близнецам, скорее всего, как на одном дыхании. Так что никто из вас, я бы так сказал, не успеет опомниться. День, я хотел сказать, день пробежит как часы, вернее, месяц пробежит как день. Да. Деловая жизнь в это время войдет в период устойчивого стабильного течения после всех предшествующих периодов и треволнений. Однако инерционные желания продолжать поступательное движение, сохраниться и плавно переместиться в социальную сферу, что совсем неудивительно, поскольку близнецы,
как правило, люди общественные. Это наложит свой отпечаток, и общая обстановка весны, любви, вызывающая неизменное томление духа. Вот во всем вот этом стремлении что-то предпринять немедленно, действительно, близнецы пронесутся по апрелю на очень высоких скоростях. Именно близнецам я советую купить коня либо автомобиль. Решая профессиональные задачи, совершая высокие поступки по отношению к людям, особенно знакомым, соседям, близким, родным, и таким образом повышая свой рейтинг, особенно это касается какой-то рекламы, очень хорошо себя преподносить, особенно в средствах массовой информации. Нельзя сказать, что для всех представителей вашего зодиакального знака апрель окажется довольно-таки безоблачным. Вот действительно он пройдет как на волнах. Кому-то действительно придется пережить период бурного выяснения отношений, который сложно понять все же, чем закончится. Но тенденции все же таковы, что близнецы будут летать на крыльях Амура, на крыльях любви, одаривая своей нежностью и участием других людей. А ну, если решение чужих проблем будет иметь отношение к очень близкому для вас человеку, то успешные свершения вернут близнецов в состояние эйфории и счастья. Вероятен и такой неоднозначный момент, который может иметь отношение к неформальным служебным ситуациям по работе, особенно с коллегами по любви. В общем, в гороскопе, если есть указания на то, что кто-то из вас, дорогие близнецы, сможет буквально влюбиться в важную персону, а все-таки никто не отменял персонального гороскопа у астролога Влада Росса, да, вот там можно четко это все выяснить, да, а поэтому кто-то из вышестоящих начальников или же какой-то деловой партнер может даже и в сексуальном плане вас заинтересовать, поэтому служебные романы — это то, что показано для вас в апреле месяце. Произойдет это, вероятнее, в первые дни последней декады апреля, в 20-х числах. Стоит ли говорить, что вам не помешает осторожность? Да, будьте очень осторожны. Что касается материальных доходов, финансов, деловых интересов, командировок, то, конечно, тут не на чем особо вам сконцентрироваться. Да, все может идти в разнобой. Но, с другой стороны, если вы правильно составите план, да, то можете в своей схеме, в своем выстроенном, четко составленном плане идти по месяцу довольно-таки быстрым путем. Единственное, о чем стоит побеспокоиться, так это о новых каких-то значительных начинаниях или крупных приобретениях, если они были запланированы на апрель 2021 года. Здесь однозначной картины не наблюдается. Все может повернуться с точностью до наоборот. Нужно смотреть каждый персональный гороскоп в отдельности, и это делаю, собственно говоря, я. Ясно только одно. Ошибки в подобных вопросах чреваты неприятности, на которые могут отложить свой негативный отпечаток вот вплоть до на долгое время. Да? И хотел сказать, до конца вашей жизни, но на очень такой какая-то ошибку, которую вы, близнецы, можете совершить в апреле месяце, может вам стоить очень многого на ближайшее время в вашей жизни. И следующий зодиакальный знак рака – эйфория, успех. Я тут поставил 2 звезды, 2 плюсика. Очень хороший позитивный месяц. Мартовские тенденции профессиональных достижений, упрочнения материального благосостояния сохраняются. И в апреле 2021 года у вас, дорогие раки, действительно может сложиться ощущение устойчивого положения настолько сильно, что вы можете быть очень энергичны, уверены в себе. И довольно-таки позитивный настрой хорошо сохранять весь месяц. Это все будет вести раков от одной победы до другой. При этом следует иметь в виду, что без мелких неприятностей этот период, наверное, не обойдется. Но они такие будут мелкие, неприятные, ну мелкие, да. Впрочем, представители вашего знака зодиака легко, без каких-то проблем справятся, и они никоим образом вас не собьют с истинного пути. А по-настоящему серьезное внимание следует обратить на начало последней декады апреля. В это время произойдет нечто такое, что повлияет на всю вашу деловую обстановку. Сигналом может послужить какое-то явное препятствие, сложная какая-то ситуация, внутреннее какое-то затруднение в осуществлении каких-то
текущих проектов. Поэтому на это время не советую абсолютно назначать важные встречи. Звезды действительно советуют вам сконцентрировать волю и проявить максимальную предусмотрительность, а лучше вообще ничего не предпринимать в этот неоднозначный период 20-х чисел. В области же интимных отношений, дорогие раки, вам, конечно, повезет. Все-таки Венера во второй половине месяца перейдет в благоприятный для вас знак Тельца, поэтому юным представителям вашего знака может давать очень много звездных мечтаний, романтики, любви. Интересное романтическое приключение, какая-нибудь поездка, особенно в конце месяца, будет связана с необычной ситуацией, а может и непривычным проектом. Да, вот действительно очень хорошо участвовать во всех проектах всякого рода, YouTube, блогерство. Вот это действительно будет основополагающая встреча из тех, что потом становится в дальнейшем, даже может стать какой-то семейной легендой. «О, мы с твоим отцом встретились тогда-то». Правда, существует оговорка. Ракам придется совершать какое-то очень важное такое деяние. Вот очень такое. Вот ты мужик созрел, да, вот типа такого. Правда, существует еще такая вот ситуация, что пассивно, значит, не стоит ждать подарка судьбы. Удача сама не придет. Ну, раки пассивные товарищи, вам нужно активизировать свою деятельность и особенно отправиться в какое-то необычное увлеченное путешествие. Проще говоря, выйти за рамки обыденности. Да. Лучше не оставаться в городе. В апреле раки могут рассчитывать на какое-то увлекательное занятие, даже, может, обучение. И удача может быть и контакты с представителями дальних стран. Да. Ну, например, найти брачного партнера из-за рубежа. Те из раков, кто уже связан с семейными узами в сфере интимных отношений, будут чувствовать себя довольно-таки неплохо, уверенно, а также и на профессиональном поприще. Да. Вот только распоряжаться собой и партнерами по бизнесу не особо получится. Могут быть какие-то сложные ситуации, пропадание денег, финансов. Вот, и урегулирование этих ситуаций в плане денег, финансов. В апреле раков действительно будет нести неопределимая такая неодолимая сила, вот какие-то создавать, может, непривычные ситуации, диктовать стиль поведения. При общем состоянии близости вероятны колебания настроения, переходящие от состояния вселенской любви к вспышкам каких-то взаимных претензий. Это касается и любви, и делового партнерства. Объединяющим моментом при конфликтах станет общее имущество. Одна мысль о разводе и разделе мигом действительно может погасить любую ссору, а когда утихнет волна, станет понятно, что даже совместно нажитые блага – это не главное между партнерами. Любовь и страсть апреля запомнится действительно очень важной, основополагающей и даже может запомниться до глубокой старости. Поэтому еще раз повторяю, раки очень может все у вас в личном плане быть судьбоносно. Зодиакальный знак Лев. Поставил два минуса. Не ваш месяц, дорогие львы, не ваш. Представителям зодиакального Льва предстоит пережить несколько приключений, которые станут вехами на вашем жизненном пути. Концентрация неожиданных ситуаций придется в большей степени на сферу любви, романтических чувств, интимных отношений. И лучше бы представителям вашего знака зодиака не пренебрегать данной областью, иначе это будет самый неприятный период из тех, когда, что у вас было в последнее время, вот, что вы переживали. Действительно, будет очень много вам действительно пережить. Но, может, вы такой лев, как у вас все будет замечательно. Все это нужно все-таки в индивидуальном гороскопе посмотреть у астролога Владороса. Да. И, может, месяц лично для вас будет удачный, в целом год, годовой соляр тоже можете составить. В апреле действительно не стоит целиком концентрироваться на сфере деловых интересов. Вот лучше уйти в романтику, отправиться на море. Как раз в плане карьеры ничего произойдет такого, чтобы повысило вашу самооценку. Вот. Действительно, многие львы, ваши головы могут пасть, вот особенно львы начальники. Поэтому смотрите, не прокалитесь там. Вот. Будьте очень благоразумны. И, конечно, это месяц, когда львам не рекомендую брать взятки в нашей стране. Молодые львы могут рассчитывать на то, что именно в апреле 2021 года они встретят свою половинку. Более того, воодушевленные глубоким чувством представители
вашего зодиакального знака в этот период могут сворачивать горы, причем в любом деле, за кое бы ни взялись. И вот действительно, вы можете выйти, дорогие молодые наши юные читатели, слушатели, да, на правильную такую дорогу жизни, которая действительно вас приведет той тропинкой, куда вы действительно хотите попасть. Очень хороший месяц для определения вашей профессиональной карьеры и профессионального предназначения. Ну а более подробно астролог Ватрос может вам действительно составить вашу возможность реализации в жизни профессионального предназначения. И вот поэтому действительно любой партнер, который окажется наделенными такими же качествами, которых не хватает, дорогие львы, вам, вот, он может вам встретиться из окружающего мира. Очень хороший момент для того, чтобы принять приглашение, участие в каких-то важных мероприятиях, особенно это касается шоу-бизнеса, развлекательных каких-то ситуаций, рекламы. Представителям старшего поколения также не следует думать, что вот они могут быть лишены какого-то головокружения. Но у этих львов в личном плане будет куда же усложнение. Дело все в том, что чувство близости могут омрачать какие-то внешние обстоятельства в сфере дел, сложных ситуаций с долгами, да, вот, какие-то трудные финансовые отношения. Именно в этот период кто-то захочет из львов занять лидирующее положение, но может неожиданно все и разрушиться. Вот. А опасность также может исходить от коллег или партнеров по бизнесу. Постоянное давление с этой стороны может усугубиться и кризисной депрессией. Вот. И связанной с ней тем, что вот какие-то средства будут уплывать вообще, недостаток финансов, денежных средств. Вот. Могут быть наезды всякого рода, хотел сказать, коллекторов и гопников, но это примерно одно и то же. Вот. Неугомонные львы, вероятнее всего, будут предпринимать все новые и новые попытки, особенно есть такие у нас бизнесмены, дабы переломить ситуацию, но добиться замечательных результатов едва смогут. А стоит ли вообще в этот период отчаянно бороться с судьбой? Не знаю, сказать сложно, но индивидуальный гороскоп все решит для вас. На этот вопрос, конечно, нужно всегда обращаться к астрологу. Вот такой довольно-таки сложный, трудный, ну, вот такой для льва гороскоп. А что касается дев, напротив, я их отмечаю двумя звездочками успеха. В апреле 2021 года представители зодиакального знака Дева получат от небесных светил массу возможностей улучшить свое нынешнее материальное, финансовое, а также положение по работе в карьере. Это утверждение может иметь отношение как в сфере романтических отношений, так и в области профессиональных интересов и материальных доходов. Как раз в это время Дева действительно составляет некий план, который весьма выгодным образом может помочь реализовать наметившиеся перспективы. Главная проблема, которая действительно может вставать перед представителями вашего знака зодиака в этот период, будет заключаться в том, что от основного направления вас станут постоянно отвлекать различными просьбами, незначительными предложениями, какие-то нюансами. Постарайтесь ради этого, чтобы не поссориться со служивцами, друзьями и домочадцами. Вот, всякая неучтенная мелочь для вас неприятна, а вот это может происходить в этом месяце. Событий и ситуаций, сбивающие с толку, будет много. Однако, если девы все же сумеют удержать в голове главную цель, то все получится. Тем более, что окружающие будут не только мешать, но и помогать, причем помогать довольно-таки охотно. В романтической же области обстоятельства сложится таким образом, что возникнет масса вариантов исправить допущенные некоторые ошибки. Причем не только самими девами, но и теми, кто для вас дорог. Поэтому принимайте цветы, извинения и дорогие подарки от мужчин. Любовь и полная гармония вдвоем в данный период реально. Как никогда, действительно, апрель может приносить очень хорошие тенденции. Вот. Главное вам прилагать усилия, и тогда все устроится. Хороший месяц для очень важных покупок, в том числе недвижимости, обзаведения своего хозяйства, приусадебного участка. В материальном плане следует обратить пристальное внимание на период конца первой декады апреля. В это время не должно возникнуть задержек в выплатах и сливоважных
переговоров. Впрочем, переговоры лучше назначать в середине первой декады месяца, да, в самом начале месяца. В это время девы будут не только восхитительно убедительны, но и получат в свое распоряжение некоторые факты, которые позволят вам объяснить и окружающим, в том числе, свою точку зрения и доказать обоюдную выгоду. Так что, коммерсанты, действуйте, девы, именно в это время. Это может касаться и деловых партнеров, и сослуживцев, а также можно объяснить молодому человеку, чего вы хотите от него, и чего вы, что вы ожидаете от ваших отношений с ним. Следующие весы. Я тут отметил, что и так, и так. Излеты и падения в месяце, плюс-минус. Для вас пройдет месяц. Представителям весов деловые интересы будут решать через призму любовных отношений. Кто-то станет действовать осознанно и вполне прагматично, рефлектируя при этом на каждом шагу, а кто-то действительно кому-то повезет гораздо больше. Их действительно чувства окажутся не тормозом, а крыльями, несущими к трудовым свершениям. Любые ситуации вы можете действительно гасить на каком-то сложном фоне. Ну и самое главное, могут быть преобразования и на личном фронте. Главное не запутаться в своих чувствах, в своих личных привязанностях. Да. Отношения с близкими людьми в этот период будут непростыми. Разобраться во всех нюансах удастся лишь только во второй половине месяца. В это время ориентировочно где-то в первые дни, именно третьей декады, в 20-х числах апреля, произойдет некое событие, которое сделает супругов более близкими, либо любовная пара более открытая будет друг другу. И действительно, очень хорошо оказаться в паре для тех людей, которые ее не имеют. Вообще, начиная с 20-х числа, с этого момента, представителям вашего зодиакального знака действительно перестанет казаться, что кто-то держит за пазухой камень и хочет вас в него кинуть или предать. Вот. Больше станет доверчивости, очаровательности в вашем и так очаровательном общении. Ну а что у вас там на личном фронте вам грозит, всегда нужно обращаться к личной индивидуальной консультации у астролога Владороса. Действительно, прошлые обиды будут забыты, а от наступающей по всем фронтам весы действительно будут ожидать только хорошего. А самые представители этого знака зодиака не станут скрывать своих намерений, ожиданий, к цели своей они будут идти четко, по прямой, при этом заботливо следя, дабы все-таки их спутники тоже получили то, что им необходимо, то, что им нужно. Ну, конечно, как и для всех, без ложки дегтя не обойдется. С деньгами будет немножко напряженно, не так хорошо, как с любовью. Вот. Тем не менее, не все так плохо, как до этого было. Наверняка представители вашего зодиакального знака очень огорчатся по данному поводу, что может не все так складно быть, что можно лохануться и уйти с прибыльной работы деятельности. Вот поэтому не советую что-либо кардинально менять. Не очень хорошее положение финансовых весов будет в начале месяца, особенно это касается пандемия, действительно, бизнесы могут прикрываться. Во всех же своих действиях, связанных с финансами, представители вашего знака зодиака будут особенно предусмотрительными, осторожными. Вот. Очень советую вам быть очень осторожным в первую декаду месяца, дорогие друзья. Ну а более подробно в индивидуальном гороскопе на год вы четко можете увидеть свой месяц апрель у астролога Владороса. Следующий Скорпион, блестящий для вас месяц, я пометил его двумя звездочками, двумя плюсами. Да, вот. В апреле 2021 года у вашего зодиакального знака обязательно случится нечто прекрасное, хорошее, вдвойне притягательное. Вот. Может, даже на то, что вы надеялись. Ни место, ни время, где произойдет этот счастливый поворот судьбы, без индивидуальной личной консультации я не скажу. Предугадать невозможно, вот только поскольку эффект новизны, неожиданности, собственно, является основным прогнозом на этот месяц для вас, дорогие скорпионы. Ну, конечно, вы будете ждать период любви, заниматься по большей части придется, с другой стороны, делами обыденными, и в какой-то не на есть редкость нудной работы, навевающей какую-то тоску, уныние, но, с другой стороны, утешиться скорпионы могут только благодаря своей работе, желаниям,
Вот, и многие они будут исполняться, особенно в какой-то рутинной сфере, то ли в супружеских отношениях, в рутинной сфере зарабатывания денег. Вот, по большому же счету, каждый скорпион получит те потребности, на которые он действительно заслуживает. А они действительно могут быть довольно-таки хорошие. Вот, многие из вас могут попытать счастье в лотерее, и можете выиграть, поставить на темную конячку, и она придет первой. Вот, по крайней мере, нужно рисковать. А самый такой рисковый знак зодиака, вот, мы же все знаем, что это скорпион. Поскольку по большей части скорпионы озабочены межличностными отношениями в апреле месяце, и романтическими в частности, то апрель действительно может вас закружить всеобщей ситуацией, эмоциями, сексуальностью, любовью, все мысли и надежды, чаяния будут вновь и вновь действительно возвращать вас к одной заветной цели. Вот. Действительно найти суженого, ряженого. Да, вот. Кульминации событий в этом вопросе следует ожидать в первой и последней декаде апреля. Сама судьба будет заботливо устраивать случайные встречи, волнующие какие-то разговоры, все важные несбыточные надежды начнут вдруг воплощаться в реальность. Да, и сказка может стать былью. Правда, во всем этом есть одна опасность. Скорпионы могут переутомиться на работе, особенно чересчур высоко оценив возможности своего организма. А поэтому вам нужно обратить очень пристальное большое внимание. И я думаю, что даже вам следует и вакцинироваться более чем кому-либо из знаков зодиака. Живя в состоянии нирваны, действительно, этой любовной, впоследствии можно в один момент ощутить, что энергетический потенциал на нуле и даже серьезно заболеть. Так что любите, но не теряйте головы. В некоторых случаях вместо интимных утех вы можете всю ночь напролет, вот, действительно, очень высыпаться, хорошо спать вообще. Вам противопоказано, значит, читать книги по ночам, либо какие-то ночные бдения производить. Поэтому, дорогие друзья, высыпайтесь. Если в плане бонусов судьбы рассматривать сферу исключительно деловых отношений, то можно рассчитывать на серьезное карьерное продвижение. Вот. Это, конечно, если работа не задвинута вами на задний план, и вы не находитесь на пенсии. Очень важный период в этом смысле середина второй и начало третьей декады апреля. В это время вам следует проявлять осмотрительность и быть очень собранными. Мечтательный взгляд в пустоту на глаза, действительно, где-то к начальству лучше не попадаться, иначе там способно разрушить многомесячные усилия по выстраиванию пути служебного роста. Ко всему прочему, надо иметь в виду, что парочка проектов, которые скорпионы станут заниматься, уже в начале апреля, к середине его должна быть завершена. Вот у вас просто все может удаваться в первую декаду. Да. Сдача экзаменов, также какие-то важные поездки коммерческие. Да. К середине действительно все может у вас достигаться. Вы можете получать желаемую должность, пост, просить о повышении заработной платы. Хорошо, что синергетический потенциал представителей вашего знака зодиака с начала месяца достаточно высок. Действительно, это поможет плавно реализовать проекты, попутно решая возникающие по ходу дела вопросы. Главное, не опустошить, еще раз повторяю, себя. Вот, поэтому действительно вам хорошо заняться ремонтом вот, собственного дома, благоустройство какое-то. Все финансы окупятся, хорошо покупать недвижимость в этом месяце, особенно во второй половине. Вот. Действительно, это самый лучший месяц для того, чтобы сменить место жительства, либо купить новую квартиру для вас. Стрелец. Что-то не очень хороший месяц, я тут отметил, два минуса. В начале апреля тенденции предыдущего периода все еще будут для вас актуальны. Представители вашего зодиакального знака будут поглощены профессиональными занятиями, благополучием домашнего очага, неиссякаемостью финансового ручейка. В то же время властный зов весны сделает апрель месяцем обретения радости бытия. В это время лучше всего подойдут те дела, которые связаны с повседневной деятельностью, с приятным времяпрепровождением. К таким занятиям можно отнести любые
какие-нибудь занятия, связанные с туристическими поездками, загородными прогулками. Вот, ну, Стресс вообще любит путешествовать, он путешественник настоящий. Вот именно в этих сферах ваша душа может действительно отдыхать. Ко всему прочему, обновление и разнообразие в жизни сделают свое дело в том плане, что, оторвавшись от рутины повседневных забот, где у вас будет сплошная неудача, действительно, стрельцы по-настоящему адекватно смогут оценить свои животрепещущие цели и установки на успех, особенно в личном плане. В любом случае, нужно приходить к психологу, либо астрологу, особенно Владу Росу, чтобы удастся подкорректировать свою судьбу. Кажущая легкомысленность апреля на самом деле обернется для представителей вашего знака зодиака, я бы так сказал, вполне очень такими серьезными решениями, суть которых действительно смысл некого такого бытия на достаточно продолжительном временном отрезке, вот такое внутреннее мировоззрение, вот ваше очень мировоззрение может пошатнуться и измениться именно в этом месяце. Многие из вас могут принять христианство, кто-то ислам, да, а кто-то станет иудеем. Да. По крайней мере, прийти в какую-то конфессию для вас хорошее, благоприятное время. В апреле также юным стрельцам, юным мальчикам, девочкам, подросткам, а также молодым людям до 25 лет можно только позавидовать в плане романтических отношений. Вам не придется заново переживать свершившиеся победы и поражения, как старшему поколению. Вот. Все, что по-настоящему будет иметь для вас значение, это большой открытый мир, погружающий действительно большими романтизмом. А жалкие какие-то споры или любовь без взаимности действительно окажутся такими же быстро приходящими, как и апрельские вот поначалу заморозки, да, вот в первой половине еще не могут ощущаться, а потом придет весна для всех нас, и особенно для стрельцов. Сложнее обстоит дело у семейных стрельцов. Апрель этого года станет для вас испытанием на прочность. Малейшая трещина в доверительных отношениях супругов может привести к катастрофе в семейном плане. Категорически противопоказано в этом месяце изменять. Измена может обнаружиться. Тенденции месяца таковы, что все довольно-таки непрочно, все зыбкое, эфемерно будет разрушено. Вот. Если у кого-то из стрельцов имеются семейные проблемы, такие представители вашего знака зодиака должны быть готовы к тому, что дома им придется пройти через ад, кромешный даже, каких-то взаимных претензий, ссор, яростных ревностей, прочих прелестей распадающего брака в период коронакризиса. Вот все сложно, трудно. В случае же, но опять же в индивидуальной личной консультации вот в натальном гороскопе можно узнать, какой лично для вас этот период. Вот. В случае же, когда семья прочно стоит на ногах, и в ней царит лад, покой, ничего подобного не должно случиться. А сам по себе временной период несколько инертен, значение имеет только отношение, на самом деле, между людьми. А в плане деловых интересов, сферы карьеры, денег, апрель для стрельцов будет месяцем сложным, ну, ровно, без особых падений, да, ну, сложно. Это вот заключили какую-то сделку, а вот она как-то не происходит, либо к вам деньги не доходят, вот как-то товар не приезжает, вот какие-то все время замедления. Представители вашего зодиакального знака будут пребывать в таком состоянии некого постоянного страдания, когда все видится как бы со стороны, а когда доступные оказываются ранее закрытые источники информации, они могут открываться. Это время, как говорится, собирать камни и копить полезный потенциал, а не разбрасывать их. Собранные сведения, конечно, помогут стрельцам вновь вернуться к активной деловой жизни, но это уже, наверное, будет в следующем месяце. А в апреле действительно нужно немножко, как сказать, тише, спокойнее вести себя и не сильно стремиться наверх. Следующий знак зодиака у нас Козерог. Я поставил ему 2 звезды, 2 плюса. Успех, удача. Козерогам действительно, они могут почувствовать себя безмерно всемогущими и даже супергероями какими-то, особенно в плане карьеры, бизнеса, денег. Энергия весны входит действительно в
кровь вместе с солнечными лучами, образно говоря, способствует синтезу, интуитивному анализу. Действительно, все у вас обостряется до пределов. Козерогам действительно будет казаться, что они способны свернуть горы, особенно во второй половине месяца. И действительно, еще немного усилий, откроется сокровенная тайна бытия. Если у представителей вашего козерожьего знака зодиака к этому моменту будут действительно пылиться на задворках сознания какие-то безумные планы и затеи, можно не сомневаться, что они будут извлечены и на свет Божий и станут активно воплощаться именно в апреле в свою жизнь. Если кому-то покажется, что идеи предлагаются завиральные, то кто-то из вас быстро поймет, что был неправ. Настолько сильным будет созидательный порыв представителей вашего зодиакального знака зодиака. И можете даже занимать министерские, директорские должности, выходить на передний план, перед козерогами откроются пути развития, расширения, ну и особенно те, которые раньше не давалось вам возможности выйти, и они оставались за семью печатями. Действительно, появятся просто головокружительные звездные перспективы. Я вообще козерога отметил как номер один в этом месяце у счастливчиков. Все вышесказанное, разумеется, справедливо, но существует одна оговорка. Несомненно, успех придет к тем козерогам, кто не увлекается только сутью продвигаемых идей, хорошо действительно подумают о методах их воплощения и сумеют пройти по лезвию бритвы, совершая только обдуманные поступки, вот, произнося только обдуманные слова. Поэтому вы очень серьезным образом, дорогие козероги, должны готовиться к любому представлению, да, то есть своего дела, бизнеса. Энергия космоса в виде глубокой внутренней силы будет дана в апреле козерогам в обмен на отказ от силовых способов решения дел. Вот. Поэтому, политики козероги, будьте мудры. У вас настает звездный час для принятия важных решений. Да. Вот. Из козерогов, насколько я помню, у нас пока никого нет на данный момент. Да, вот, может, я вспомню кого-то. Дипломатии и тонкий психологизм вместо грубого давления совершат требуемые чудеса, а успех действительно станет реальным завершением начатого дела. Самый, конечно, благоприятный для вас период – это вторая половина месяца, середина апреля. Вот в это время удачно пройдут любые переговоры, назначайте их сразу после новолуния, сразу после 12 числа. Денежные потоки не встретят препятствий, а сделки с недвижимостью вам обещают хорошую прибыль. Также большое значение приобретает все, что касается благополучия семьи. При всем при этом козероги действительно будут поглощены высокими критериями и оценками своей деятельности, оперируя при этом категориями философского плана. Ситуация упростится до нормального душевного комфорта в 20-х числах апреля, а на состояние своего здоровья надо будет обратить внимание в самом начале месяца. И действительно, у козерогов действительно большая опасность заражения коронавирусом в первую неделю месяца. Что же касается следующего знака зодиака, это Водолей. И так, и сяк, и как на волнах судьбы, что, собственно говоря, у Водолея олицетворяет этот знак зодиака, волны судьбы, апрель именно на этих волнах и произойдет. Для представителей знака зодиака Водолей станет месяц действительно близкого общения, новых знакомств, которые они действительно могут превратить и материализовать в полезные связи. Неожиданностей и сюрпризов, конечно, таких особых не случится, зато будут очень и очень хорошие моменты развлечения. Вот. Всяческих приятных контактов, каких-то социальных кругах хорошо действительно общаться, очень много общаться в каких-то новых сетях. Вот. Приятнее всего будут часы, проведенные в кругу друзей, с любимыми людьми, с любимым человеком, хорошие романтические поездки. Вот. Благоприятно, конечно, устраивать и служебные романы, особенно с милыми парнями и девушками, да, либо мужчинами и женщинами. В плане достатка апрель будет довольно-таки доходным для Водолея. Вот. Действительно, будет продолжаться его успешная деятельность, и все больше и больше Водолей будет зарабатывать в 2021 году, потому что это самый лучший год именно для этого знака зодиака.
Восстановить утраченные в самом начале позиции, это январь был не сильно удачным для Водолея, да, вот когда еще не наступил китайский Новый год. Но, тем не менее, действительно будут очень довольно-таки позитивные финансовые процессы будут происходить и в дальнейшем в этом месяце. Особенно в первой декаде, в общем, все бурно, стремительно может происходить. Любопытно, что очень многие вещи удастся осуществить на грани прозрения и интуитивного полета мыслей. И что самое приятное, в гороскопе на апрель имеется прямое указание на получение какого-то весьма существенного пополнения в виде подарка судьбы, вознаграждения или прибавка к жалованию может происходить. Поэтому, дорогие водолеи, подходите к начальникам и требуйте своего вот, материального. Хотя сейчас, конечно, все в завязке, вот, кроме Америки, которая печатает триллионы долларов. В апреле, наконец-таки, действительно, будет очень такой качественный скачок у Водолея, предшествующий предыдущему месяцу. Водолеи действительно всецело поглощены тем, что было и ранее. Вот, интеллект представителей вашего знака зодиака проявит готовность применить полученное в созидательных целях, его переработать. Все вот ранее полученные знания, да, какие-то факты, они действительно вами могут быть переработаны в этом месяце в апреле. Вот. А как конкретно, это, конечно, может ответить астролог Влад Рос. Впрочем, как уже отмечалось, для этого времени, для апреля месяца, характерны скорее контактные тенденции. Но даже и при таком раскладе водолеи смогут задействовать весь свой мощный потенциал интеллекта. Общаться представители вашего знака будут на более высоком уровне умственного развития, что позволит вам привлечь ранее упускаемые нюансы и шансы. Есть вероятность, что на этом фоне может вспыхнуть и новая утонченная любовь. Вот. А водолеи, действительно, увидев свою интимную жизнь в совершенно ином свете, задумается, те ли люди были все это время рядом с ними. Потому что часто этот знак зодиака путает любовь и дружбу. А в плане деловой активности и интереса водолеи также могут ощутить потребность к повышенной активности. А бизнесмены водолеи – это ваш месяц риска и успеха. Вам вполне по силам в этот период решать достаточно сложные проблемы, даже более того, совершать коренные преобразования. Весь вопрос кроется только в том, что трезво оценивать свои возможности, пока, наверное, вам не очень получится. Если где-то поспешить, можно испортить весьма перспективное начинание. Лучше всего представителям вашего знака зодиака посвятить этот месяц трезвой самооценке, владение собой. Вот. И, конечно, обратиться к психологу либо астрологу, чтобы узнать реализацию своей благоприятной судьбы на 2021 год в целом. И последний знак зодиака – рыбы. Ни хорошо, ни плохо, все ровно. Я там написал знак «равно» для этого знака зодиака. К самым заметным изменениям в своей жизни в апреле 2021 года представителям зодиакального знака рыб могут отнести перелом в финансовой сфере в сторону позитива. Наконец-таки. На самом деле, действительно, будет, с одной стороны, все очень непросто. На передний план действительно могут выдвигаться довольно-таки долгое время, оставляя без ложного внимания проблемы с личными финансами. Откладывать дальше, не представится возможность. И, конечно, апрель месяц для вас – это как вот удар кулака по столу вообще. Вот. Действительно, вам придется немножко подсуетиться. В этот период вашей жизни важно сохранять во всем трезвый расчет, хотя с этим у рыб не очень, это не дело, и не совершать действительно спонтанных действий. Финансовая деятельность будет удачной, если рыбам удастся свести всякого рода дебеты с кредитами. Вот. И поэтому кредиты нужно отдавать, долги наконец-таки закрывать. И, конечно, хорошо использовать имеющиеся ресурсы рационально. Ну, рыба это не очень умеет делать, но тем не менее. Где-то у вас есть и хорошие финансовые акулы. Крупные платежи, если представится такая возможность, лучше вообще отодвинуть на конец месяца. Это утверждение также справедливо и в отношении дорогостоящих покупок. Вот, хорошо на 20-е числа куда-нибудь их перенести. В плане деловых интересов рыбы ощутят энергетический подъем, увеличение спроса
на свои профессиональные качества. Ваши заслуги действительно могут быть отмечены, признаны, и не только сослуживцами, но и руководством. Самоощущение у представителей вашего знака зодиака будут довольно-таки приятными. Заметим, что такое оживление действительно вы можете вносить в профессиональную среду, действительно сможете позволить себе немного даже возгордиться. Ох, какая я! Действительно, хорошо для смены имиджа, приобретения очень высококачественных, хотел сказать, шмоток, платьев. Вообще говоря, будет, чем именно в апреле начнут себя показать, преподнести. Действительно, будут реализовываться общие тенденции, согласно которым в этот период апреля месяца представителям вашего знака зодиака следует действительно ожидать карьерного роста. А первые признаки такой возможности появятся в середине апреля. В сфере же межличностных отношений вам действительно предстоит пережить сразу несколько состояний. В первой половине месяца ничего особенного в этой области не предвидится. Вот, наоборот, могут быть сложности, измены, трудности. Вот Венера будет идти по Овну. Зато в третьей декаде апреля близкие люди один за другим преподнесут вам некие факты или уже готовые выводы, которые действительно заставят представителей вашего знака зодиака более пристально взглянуть на область своих романтических отношений. Вероятно всего, в начале третьей декады месяца, в 20-х числах, действительно вы получите сразу несколько предложений, которые действительно могут оказаться исключительно благоприятными для вас, как в деловой сфере, как в личном плане, так и руки и сердца.